Вот такого вот красавчика нам подкинули вчера. Ну, покажись, красивый, какой красивый ты, да? Подкидыш ты. Ты подкидыш, даже снять тебя нельзя. Подкидыш. Может, кому нужен? Уже все умеет. Такой маленький, а уже такой сообразительный. О, 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 и валяться он будет, и показываться. Вот такого маленького красавчика нам подбросили в субботу. Умка взял над ним шефство. Пустила его в свою будку жить. Но в еде друзей нету. Вот, назвали мы его Гаврош. Может, кому нужен Гаврош? Умка, веди себя прилично. Большой это Тарзан. Гаврош очень красивый. Гаврошек, покажись. Красавчик. А Умка хочет на съемку. Тарзан набирает вес у нас на зиму. Вот Умка всячески взял шефство над Гаврошем. Вместе едят из одной миски. Хотя Умка и дает ему иногда. Вот такое у нас. Теперь у нас 4 черных кота и Умка. Может, кому отдадим Гавроша? Умка, не мешай ему кушать. Отдадим Гавроша в хорошие руки. Нам его привезли и подбросили. Печалька, что котенку приходится жить в собачьей будке. Да, Гаврошек? Красавчик ты. Thank you.